От конфликта авиаперевозчика «Браво» и туристической фирмы пострадали и украинские туристы в Грузии. В аэропорту Батуми застряли 38 взрослых и 19 детей. Все они из Николаева. Люди обратились в департамент консульской службы МИДа. И, как сообщил ее руководитель Василий Кириллич, в авиакомпании «Браво» пообещали предоставить борт украинцам уже сегодня вечером.